Ребятушки, всем привет! Мы собираемся на море, вот собрали чемоданы. Столько вещей, ребят, получилось. Капец, думал, меньше будет. У нас на машине-то дают. Ребятушки, вот такую сумку мне прислали на обзор. Ствол. Ребят, скажу честно, не знаю пока, хорошая, не хороша. Потом я вам скажу это потом, все видео. Продукты сюда 50 литров. Тут видите, у нас продукты тут. Все аккумуляторы, ребятушки, аккумуляторы отдельно. То есть три аккумулятора. Пивко, все проверим. Ребят, сейчас не буду ничего говорить. Там написано 24 часа держит холод. Потом уже скажу вам в поезде. Ребят, у нас жара 40 градусов. 38, ребят, видите? Не знаю, ребят, включусь в поезде уже, потому что сейчас столько вещей ехать, собирать. Может, я перед поездом включимся. И потом я, ребятушки, про сумку скажу. Если сумка действительно такая, как она есть, я оставлю ссылочки в описании. Ребят, обзор будет честный. Так что не переключайтесь. Поехали с нами, мы поехали. Ребятушки, что мы в поезде? Виктор Викторович пришел, помог Виктор Викторович. Очень красиво. Ребятушки, вот Виктор Викторович, всем подписчикам. Паскудник. Ну давай, что там принес, блин, там время уже, поезд уже скоро отходит. Так, сумку дергай. Ребятушки, смотри, паскудник, что принес Павел Васильевич. Только, блин, конечно, много, ну, на свободе много. Много, нормально. Холодненькое. Ой, Маруся Климова. Прости, любимого. Виктор Викторович, спасибо огромное. Я ее сам пил, я знаю, что это такое. Ребятушки, вот такая. Ладно, ребят, мы будем сейчас располагаться, все расположимся, проводим, поедем и уже включимся. Спасибо, Виктор Викторович, огромное спасибо. Ребятушки, ну мы что, сидим сейчас, вот у нас скоро поезд поедет, вот, дочка. Грязно, ребят, сразу же говорю, минус первый, грязно, ребят, грязно. Поезд, конечно, такое, вагонь. Ну, вот, ребят, вот втроем ехать с ребенком нормально. Еще забудут сидеть, ребят, это капец. Кого он маленький, такой махненький. Ну вот так нормально, смотри. Окошки открываются, кондиционер должен работать, вилки. Блин, такие, ребят, ну это походу пьеса вам. Все расскажу. Вода вот здесь. Титан стоит, ребятушки. Титан старый. Доченька, классно? Доченьке нравится. Ну все, мы сейчас тронемся, друзья мои. Потом все будем снимать. Друзья мои, мы все едем. Кондиционер включи, сейчас вы прохладненько становится. Вообще все расселились, так это. Потом вам все покажу. Ребятушки, я скажу честно, счастлив. Едем на юг, едем отдыхать. Виктор Ильич, тебе спасибо огромное. А потом, ребятушки, как все разберемся, помоемся. Капочку. Это, накроем стол и включимся. Жара вообще, тут капец, ребята, под 40. Ребятушки, у нас первая остановка, Дружинина. Полчаса стоим. Сейчас девчонки как-то у меня убежали, пока разбирался. А вон они. Ребятушки, ну первое впечатление, что, карточку дали, мы закрылись. Все спокойно. Сначала что-то карточка не работала, мне дал другую. Федор, спасибо огромное тебе. Проводник вообще отличный. Я сказал, ребятушки, грязно, они еще прибираются. Сейчас они чистоту наладят. Все будут у нас чистенькие. Едем, ребят. Ну, вроде прохладнее становится. Хоть наконец-то подышать есть чем. Так что как бы так. Девчонки, у меня бегают. Лёва, ты не обзывайся. Дружи, пошли за водой, ребят. Воды самое главное. Воды надо. Воды, воды. А не туды и не сюды. Я посмотрю, что, ребятушки, тут у нас за цены. Очередь, очередь, очередь. Пивко у меня пока есть. Там водочки, Виктор Викторович. Как вы видели, дал Дружинину, ребят. 30 градусов. Друзья мои, ну, ветерок. Ветерочек, ветерок. Ребятушки, мы с дочкой. Дружинин, дочь. Ребятушки, помаши рукам. Привет, привет, скажи, ребятушки. Опа, 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 опа. Друзья мои, небольшой обзорчик такой. Станция. Дочка, поднимаемся. Ребята, тут прохладненько стало. Ветер. Фу. Такое ощущение, что едешь на юг, чтобы прохладиться, ребят. Вот наш поезд. Сейчас посмотрим. Ресторан, ребят, у нас рядом. Вот ресторан. Через вагон мы. Ну, завтра, ребят, мы пойдем в ресторан. Алису Бывалому респектик за подгончик. Вообще спасибо всем, ребят. Мы, получается, вообще рядом, в голове. Ну, поезд не связь, что такой длинный. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать вагонов. Друзья мои, смотрите, сколько там людей. Мы думали, у нас вагон-то вообще плохой. Нет еще, оказывается, там постоя есть. Да. Блин, ребят, честное слово, скорее всего, я начинаю любить поезд вообще. Блин, как бы не запаришь. Единственное, то, что вещи дотащить. Да ничего страшного, помогли.
Виктор Юрьевич, Максимка, спасибо огромное, Андрюшка, нанесли вещи, помогли. Много ребят взяли еды, ну, зато мы не запариваемся, ребят. Сейчас кушаем, пьем, все хорошо. Нихрешки, такая дружина. Ребят, я не знаю, дружина, какая область, ребят, я вообще в географии, в русском языке вообще двоечник. Уж там сами забейте. Ну все, идем, люди кайфуют, ребятушки. Кондиционер работает хорошо. Купе закрывается, нам дали карточку, ребят, я уже говорил. Ну, в общем, пока все хорошо. То, что не убрано было, они просто сменили поезд, он сейчас приберется. И будет чисто, я думаю. Проводники вот такие шикарные. Дальше у нас все, сейчас у нас такой обед. Дочка его сменила. Кушать летит, дочка не может полезать, вообще завалили. Ну, ничего страшного, сиди. Всем приятного аппетита, кто кушает. Извините, там темно, наверное. Вот так вот. Ну, ребятушки, не знаете, я же не обозреватель вагонов. Ну все, ребят, не приучу. Друзья мои, только сели кушать, нам принесли. Кушать. Почему-то не знаю, мы заплатили за четверых, нам принесли три. Но это мы потом с проводником разберемся. Вот такая, ребятушки. Позлая хозяйка. Ну, ребятушки, я думаю, потом будем кушать. Поездим. Я думаю, потом все раскроем, ребят. Они говорят, отправляйтесь с проводником. Ну, а мы заплатили за 4 штуки. А вот это 3 штуки принесли. Хлебца, ложки, вилки, вода. Такая штука. Ну, это мы будем кушать позже. Мы запарили. Мы сейчас уберем в сумку-холодильник. Ребят, сумка-холодильник, я хотел вам сказать. Сумка-холодильник держит холод. Ребят, заказывайте. Это вообще такая штука. Водочку достаю холодненькую, пивко холодненькое. Ребят, ну все, мы пошли кушать. Всем приятного аппетита. Давайте, не переключайтесь. Друзья, у нас дождик. Чем ближе к югу, тем больше холода. Вообще дождь. Ребятушки, прилег немножко отдохнуть. Все отдыхают, я отдыхаю. А я там тоже своя такая, да? Комнатка под пивко, под все. Ребятушки, принесли нам четвертую порцию, я сходил, проводник вообще вот такой, мужичок, ему спасибо огромное, он, ребятушки, может, снимется, на все принес четвертую пищу, я сходил, а что, говорю, мы за 4 заплатили, он говорит, ой, извините, ошибочка, ну, понятно, что не ошибочка, они хотели просто тупо для себя там оставить, ну, что делать. Дочка, ну-ка порисуй. Какая красавица. Ну что, как поспала? Хорошо поспала? Хорошо, ребятушки, выходите. Ребятушки, пошли в ресторан с ребенком прогуляемся. Да, дочка? Доченька, в ресторан пойдем? Да. Пойдем прогуляемся, ребятушки. Доченька. Привет. Ребятушки, зашли до ресторана. Ну, завтра мы пойдем вечером, всем проверили. Такой шикарный этот. Как бы все хорошо. Завтра я вам включу цены, покажу. Дочек, пошли к маме. Посидим здесь? Да. Посидим? Угу. Или за мамой пойдем? За мамой пойдем? Ребятушки, вообще шикарно. Ребятушки, ну, очередная остановка. Где мы? Огрыз. Ребяшки, ну я такой, что мы как-то остановились. Я поспал, Алешка, немножко, ох, выспался. Все, вот доченька. На улице прохладненько, ребят, все. Похолодало. Ну ничего, спится хорошо, Павел Васильевич. Ребятушки, всем привет. Первое наше утро. Время 8 по местному. Как спала? Будь здорова. Будь здорова. Ребятушки, спала вообще шикарно. Покажи вот так. Хорошо спала? Да. Так покажи. Ребятушки, спала вообще хорошо. Да спали вообще хорошо, отлично, все. Сейчас у нас завтра такой будет. Кофе попьем.
И потом скоро будет Саранск, саранские видимо, ребятушки. Так что всем приятного аппетита, кто кушает. Мы проехали какую станцию, ну, красный узел, ребят. 19 градусов показывает. Ну, после 40 наших. Так. А тут, наверное, скорее всего, остановки не будет. Ребят, ну остановок вообще мало. Мы едем быстро, остановок мало. Потому что там такие остановочки-то редкие. Вот это магазинчик у них-то свой при дому. Ягоды он продает. Ну, не знаю, если будем стоять, я выйду, поснимаю немножко. Друзья, они убирают у нас. Чистенько. Федор, спасибо огромное. Ребят, ну все, Федор прибрался, все. Наконец-то у нас прибрались. Ну, просто пацан молодой, он не успевает. Но вообще ему респект. Ему что скажешь, он все сделает там. Едем, ребятушки, сейчас остановка скоро должна быть. Выйдем хоть погуляем. Так вот, все хорошо. Дочь мультики смотрит. Папа там. Чем, ребят, хорошо в поезде, я хоть в Инстаграме там все фотки выкладываю. ВКонтакте хоть. А так в машине нифига не получается. Ну все, едем дальше. Ребятушки, мы в Саранске остановились 20 минут. Вот у нас какая-то остановка где-то. Ничего нету. Ну пойдем прогуляемся. Может, что-нибудь увидим, ребятушки. Саранск. Ну, если я не ошибаюсь, это Мордовия, ребят, поправьте меня в комментариях. Пойдем прогуляемся. Ребятушки, погода так прохладненько, так свежо. Вообще, мы так соскучились по этому. Ну, в вагоне хорошо, ребят, кондиционер работает отлично, все справляется. Вообще, в общем, поезд. Ну, нормальный, ребятушки, вообще отличный. Проводник шикарный. Ему подходишь, он все сделал. Там вчера что, светильник у нас не включались, я ему сказал, он говорит, все придет, все сделали. То есть, как бы так, пацанчик молодой, ну, красавчик. Пойдем немножко погуляем. Ребятушки решили подняться на мост. Он Саранск, ЖД вокзал, поезд. В общем, гуляем, друзья мои. Гуляем, гуляем, гуляем. Гуляем по Саранску. Однажды. Смотри, салюты. На Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал... Доча, Лунтика смотрит. Друзья мои, приехали в Пензу. Тут вообще ничего, где нас остановили, хер поймешь. В город что-то, ребятушки, наверное, в город пойдем сейчас. Или я пойду, наверное, в город схожу. Да нет, друзья, в город не пойду. Ладно, хотел пивка взять. А бог тебе, у меня там водочка есть. Да что-то как-то это. Вообще, нынче не повезло. Где-то останавливается, фиг поймешь. Вон есть Пензо. Магазинчик вот сейчас зайдем, посмотрим. Ребятушки, никогда мы не пошли, тут все очередя такие. А там ничего такого нету, ни пива. Да и бог тебе. У меня коньяк есть, водка есть, в ресторан сходим. Да, доча? Доча, не замерзла? Мы все. 19 градусов. Ну, вот, ребят, посмотрите, вот такая очередь стоит в магазин. Видите, сзади меня. Кого? Разве выстоишь? Бог с ним. Павел Васильевич будет тогда худеть. Будем без пива. Ну, где-то здесь останавливается, он постоянно нас останавливает. Вон трактор такой, блин, большой. Бульдозер, наверное, бульдозер. Ничего страшного. Я говорю, мне Виктор Викторович, как вы же помните, 3 бутылки, у меня там коньяк еще есть, винцо немножко. Так что сейчас винцом разгонюсь, потом начну водочку потихонечку. А потом в ресторан сходим. Так, гуляем, ребят, пасмурно. Прохладненько, 19 градусов, как я повторяюсь уже. Ну, больше тут снимать нечего. Так что ждем следующий съемок. Ребятушки, дождь пошел хоть за столько времени. Дождь повидать хоть не жру, так дождик. Ну, все, потихонечку будем заходить, надо скоро ехать. Друзья мои, пришли в ресторан, ну, ребенка покормить, может, сейчас сами перекусим. Может, пивка, а вечером, да, такое нормально. Друзья мои, пока делаем заказ. Чё я? Река, Пенза. Ну, что, это Волга, наверное, друзья мои? Чё это? Мама, я.
девчонками я покушаю, а я просто пивка вечером уже нормально покушаю. Сейчас мелочь надо покормить, ну и Ольга заодно поест. Сейчас ребяшки закажем, расскажу, что такое. А цену вам могу даже так показать. Паузу делайте. Ну, ресторан, все равно ресторан, где вы делаете алкоголь. Все? Друзья мои, взял себе две булочки с парной, 250 рублей баночка. Девчонки там мне лапшу заказали, мясо. Ну, вечером еще будем заказы делать, так что, ребятушки, всем приятно с ней отпить, это до вечера. Алис бывала, тебе спасибо огромное. Ребятушки где-то остановились, непонятно. Пришлось идти через три вагона, чтобы выйти на этом так, платформе, или как она называется. В общем, вот так вот. О, 10 минут стоим, ребят. Я хер побег, потом расскажу, где что стоит. Ребятушки взяли малинку. 200 рублей малинка за стоит. Хотели подышать воздухом, но как все вышли, и все на передачки стоят, курят. Так что не подышать с воздухом. Идем в номер обратно. Стаканчики живики. А он сказал, я не знаю. Ребятушки, мы пошли в ресторан вечером. Сейчас закажем, еще покажем, еще расскажем, кто чертовик. А что, друзья мои, мы... Ребятушки, мы сделали заказ, сейчас ждем, пока заказали пивка. Пивка пивнем. Пока он готовит. Ну что-то готовит? Минут 20, ребят. Ну вообще нормально, нас устраивает. Сейчас выйдем. Ну так вот, ребятушки, пока ждем. Сейчас остановка будет, пойдем с ребенком погуляем немножко. Потом у нас в 21 с чем-то нас должны подписчики встретить. Я думаю, вообще будет прикольно. Ребятушки, мы в Балашово, да? Пошли прогуляться. Мама у нас есть в ресторане. Там пока ждет, она не хотела. Мы пойдем с ребенком погуляем. Да, дочь? 20 минут стояночка. Магазин, продукты. Я побежал там. Оя! Оя! Ой, нам ничего покупать не надо. О, ну уже, ребятушки, теплее, теплее. Вроде вечереет, теплее, да? Дочек. Да? Пойдем. Ой, видите, мы мороженое, минеральная вода. А вон папа скажет, вот иди сюда, папа. Мама, папа, иди сюда. Ну, смей мороженое, пошли. Мама. Мама у нас там сидит. Балашов. Доченька. Тебе нравится на поезде? Да. Да? Берись. Алло-алло. Че ругаешься-то? Алло-алло. Не, ребят, конечно, я вам скажу, есть и свои плюсы в поезде, и минусы. Минусы то, что на этом поезде остановок мало. Я думал, будем выходить, погуляем. Но ничего страшного. Если за плюсом, быстрее будем на море. Да, доченька? Ребятушки, гуляем вообще. Доченька, по пурышками, да? Ребятушки, Балашов. Опа-опа-опа-опа-па. Опа-опа-опа. Мотям. Мотям? Мама. Мама, так дальше мама-то? Мама-то дальше же? Дальше мама, ты что хочешь, дочь? Дальше. Там. Там, мама? Такое это, идешь такое ощущение, как будто как это, по волнам плывешь, чух-чух-чух. 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 11-й, вот. 10-й, мы пошли свой. Ребятушки, ну, вообще классно. Классно, подосвечиваю. Водочки попил немножко. Че ты? Так иди по пурышкам. По пурышкам иди. Все. Балашов. Ребятушки, я не знаю, какая это область. Балашов. Посмотри. Ой, Ляля плачет, да? Ляля плачет, да? Единственное, ребятушки, минус, что много курят. Выходишь, очень много курят. Ну, как бы это... Это, конечно, наша проблема, что мы не курим. А не ихние. Ну, ничего страшного. Дяденька,
помаши ребяточкам. Ребяточками. Ребяточки, все, мы погуляли. Вот там принесли такой заказ. У меня еще картошечка жареная с курицей. Это жаркое, салатик, борщ, легко. Алис Балалов, тебе спасибо огромное за подгончик, что я в ресторан сходил с семьей и от души. Но все жарки его кушать. Всем приятно аппетита, кто кушает. Темно, правда, ребят? Я попрошу. Ребяточки, сразу насчет вкуса борщ, прямо в борщ. У меня одиночка готовит, конечно, вкуснее, но вкусный борщ, ребят. Скажу, врать не буду. Это не то, что какая-то реклама, это же, понимаете, что не реклама. Но вкусный. Наваристый такой. Там даже мяско попадается. Борщ вкусный. Респект. Это еще такой картошку. Если еще тоже горячий, прям готовили с курочкой. Всем приятного аппетита. Посмотрим, может наличные, может поедет. Да, просто как связь будет. Без проблем, да, все хорошо. Тут лучше платить наличными. Ну, конечно, без наличными есть возможность связь ловить, то можно. А так, спасибо огромное, ребятушки. Смотришь, всем приятного аппетита. Алис Балалов, тебя от души. Ребятушки, что-то по такую вкусную закусочку. Алис Балалов мне кинул, чтобы я ему коньячка взял. Алис Балалов, спасибо. Ну, цены, конечно, ну ничего страшного. Ничего страшного. Алис, тебе спасибо огромное. Сидим, пьем, выпиваем картошечку, едим. Всем приятного аппетита, ребят. Вообще отдыхаем. Ребяшки, ну все, мы покушали. Сейчас тяну. Вообще вышло на 3400. Ребят, нам сделали скидку. 200 рублей, президент два чикапая. Так, курочка оказалась сырая. Ну, половину сыра, дай бог, чтобы я это не отравился. А так вроде все шикарно. Ну, просто поспешили они. Ну, зря поспешили. Ну все, ребята, идем в номер. Алис Балалов, тебе от души. Спасибо огромное. Не номер, а дочь говорит, домой. Домой идем. О, видите, ну что даже. Ну что даже. Кто-то выходит, оказывается. Сейчас я погляжу. О, это техническая, да, сок? Ой, все. Все. Техническая остановка, ребятушки. Кто-то курит. Блин, самое главное, ребятушки, завтра мне встать нормально. Вот я что-то с дуру-то с того курица съел. А потом только понял, что она недожаренная. Следующий наш. Ну, так что так, как-то так, ребят. 200 рублей надо сделать скидку. Два чукопая дал. Ну, в общей сложности вышло 3400, ребята. Все, про все. Дорого, недорого. Ну, я бы сказал, это нормально для ресторана. А тем более Алис Балалов помог. Ну все, ребят, не бегай. Сейчас мы встретим. Через 10 минут у нас встретится. Будет остановка. Там должна подписчица подойти.